Друзья, я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу сделать такой вот обзор своей рассады перцев, которая уже мучается, ждет не дождется, когда же их высадишь на постоянное место. Я в своих публикациях рассказывала о том, чтобы задержать рост своей рассады перцев, лучше сделать перевалку. Побольше стаканчики, тогда нарастает корневая система, а рост приостанавливается. Ну вот, я хочу сказать, корневая система прекрасная. Вот я показываю. Но и, кстати, я же не знала, что сегодня 18 мая, мы до сих пор никак не можем высадить теплицу, потому что, ну, перепад температуры очень резкий. И мне жалко свои растения, которые я так старалась, растила, получается, февраль, март, апрель, 3 месяца уже, которая 2 месяца. Ну, уже получается, что, ну, очень-очень уже просятся мои растения в открытый грунт или же в теплицу. Вот, посмотрите, какие уже начинаются. Хотя я хочу сказать, все-таки задержалось немножко вот это вытягивание. Так бы уже все были в бутонах. Но благодаря тому, что я переставила в другие стаканчики по 0,5, и корневая система лучше стала наращиваться. И вот обратите, какие стебли утолщенные. И вот эти я уже показала. Еще покажу вот эти, которые были в маленьких ячейках, и я сделала перевалку по 0, то есть по 200 миллилитров в стаканчик. Вот он, прекрасный перчик. Корневая система прекрасная. Я надеюсь, что уже, если не сегодня, то завтра уже у нас будет показывать температура ночью плюс 12. Поэтому я уже жду не дождусь, когда свои перчики высадить на постоянное место. Здесь, кстати, у меня это вот медовая бочка. Здесь вот эти большие, которые получились, здесь у меня какаду. Хотя и этот сорт эвка, но я собираю семена первый год. Из пакетика, который первый год урожай был, а потом я собираю семена, и такой вот прекрасный урожай был в том году. И опять эти семена я посеяла. Надеюсь, также будет хороший урожай. Вот эти вот, это бутуз ранние, которые я только первый раз в этом году посеяла. Вот я хочу продемонстрировать. Видите, действительно ранние. Здесь уже хоть и перевалка была у них, но они уже спешат. И так как ранний сорт, вот уже бутоны пошли. Хотя, хочу сказать, друзья, что вот эти вот стояли конкретно на окне постоянно. Даже обратите внимание, здесь даже листики такие темно-зеленые. А здесь не хватало света, тот же самый сорт. И расцветка листьев даже светлее. Мучаются уже растения, уже хотят на солнышко, но не получается, жалко выносить на улицу, так как многие даже стараются вынести уже. Понятно, что уже все надоело, ухаживание за ними в доме, переставлять, перекручивать, передвигать. Все это утомляет, и все это, конечно, тяжело. Но еще будет обиднее, когда вынесешь в открытый грунт, и они у нас просто померзнут. Жалко такие труды. Ну вот, друзья, что я хотела сегодня вам показать. Сделать такой обзор своей рассады перчиков. Я очень довольна своей рассадой. Теперь осталось дождаться урожаев. Вот, кстати, хочу показать. Обратите внимание, здесь уже вот прям, вот она уже, 2 стебля пошла. Многие уже спешат у 2 стебля идти, формироваться уже. Ну, будем надеяться, что нас погода не подведет. Хотя по прогнозам смотрела, что
июнь тоже не сильно будет нас радовать теплом. Ну, будем уже укрывать, что делать. Ну, это все, друзья. Теперь я хочу с вами попрощаться. Всего вам доброго, будьте здоровы. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мои дальнейшие публикации. И чтобы не потеряться. Также буду публиковать, какие будут урожаи. Кстати, я показать забыла еще. Первый раз тоже посеяла еще мишка на севере. Вот. Тоже прекрасная рассада. Такие вот хорошие, красивые листья. Стебли прекрасные. Ну все. Пока-пока. До новых встреч.